Привет, друзья! Рад видеть вас на канале Geju Gaming. Продолжаем проходить, а может, завершаем сегодня наконец-то прохождение Vanquish. Честно говоря, как бы это ни казался прям самый конец. Благодарю, что устранил одну из моих многочисленных помех. Неужели это последний босс? Ты издеваешься? Неплохо. О, слушай, это пока что тот же арсенал, что и у меня. Нет, дробовика у меня уже нет. Сильно, а я драться буду? Мне хотелось бы в финальной битве поучаствовать. Умри, говорит. Крюк? А, нет, двигатели. Кому нужен крюк, когда есть реактивные ляжки? Конечно, самое время, почему бы и нет. Нет ничего лучше сигареты, чтобы напомнить себе, что ты еще жив. А ты философ еще, походу, да? Ага. Погоди, их двое? Вы не позволите мне закончить дело мирно, не так ли? Последняя сигарета перед смертью. Не торопись. Лучше бы ты сказал что-нибудь разумное. Товарищ, ты хочешь знать истину? Я тебе намекну. Мадам Винтерс профинансировала наш переворот в России. Президент стоит за этим. Она обещала поддержать наше правительство. Я же просил без чуши. Для Винтерс война была необходима для восстановления экономического положения и мировой гегемонии. О, слушайте, в принципе, ничего нового. Какая цель подходит больше, чем мы? Поэтому она использовала вас как предлог для войны. У нас не было выбора, кроме как объявить войну, пока на нас самих не напали. Почему вас двое? Я не могу смириться с попыткой Винтерс напасть на Москву. Но вы не имеете права объявлять войну с помощью оружия массового поражения. Преданные имеют... Преданные. Свое право на возмездие. Ты не можешь отрицать этого. Ладно. Мирно мы не разберемся, да, в итоге? Если вы собираетесь сделать эту битву моей... Моей? Тогда я ее завершу. Ну, логично. О, это же прям кадр из финала моего. Так, погоди, а что? Только они двое одолеют Зайцева. Так, блядь, их двое. А чё вы имеете в виду под одолеть? Я могу, допустим, обойму в него спустить. Это я могу, конечно. У меня нет гранатомета, кстати. Мне бы гранатомет. Так, стой. А где оружие? А, вот, пулемет валяется. Автомат валяется. Дробовик. Так, нет, вот он. О! Ты чё, брат? Слышь, угомонись. Пам! Ну, не так сильно, как я надеялся, но ладно. Хорошо. Еще разочек. Дружочек, не тебя я хотел, вот тебя. Куда мимо про... Бляха-муха. Так, нет. Стой. Это все надо осторожно. Бля, у меня гранатомета больше нет. Воу, сейчас умру нахрен. Быстрее, хильси. Гранатомет. На! Ваншот. Замечательно просто. Класс. Их еще и двое. Так, давай попробуем сначала...
Стильно, спасибо. Я даже начать не успел. Давай попробуем, я хотел сказать, сначала синего. Может, его легче? Слушай, как будто ему больше снимается, нет? Где синий? Где синий, педрила? Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, не бойся. Это два. Где он, где он, где он? Тихо, не попаду, не попаду. А может, попаду? Блять, не попал. Так, мне нужен еще гранатомет. Срочно, 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 срочно. О! Так, ну-ка, ну-ка, стой. Ваншоты свои, главное, не используйте, тогда все будет окей. Что-то происходит. Он сел? Хорошо. Что-то он ни хрена не сильно замедляется, честно, честно говоря. Так, нет, мне нужно синего. Синего, синего, синего. Бам! Хорошо, почти, почти, почти. Один на один будет гораздо легче. Не попал? Ебать. Так, мне нужен еще гранатомет, срочно. Срочно, срочно, срочно. Где тут еще есть гранатометы? Дискомет. А гранатомета нету? Пожалуйста. Блять, походу нет. Так, ладно, есть снайперская винтовка. Можно ей тоже. Ебать, ебать, что происходит? Бля, я перегрелся. Нужно ждать, пока будет ускорение, иначе замедление, точнее. Еще автомат. Тихо, тихо. Бляха, я попробую прицелься, нихуя себе. Тихо, тихо. В этот раз я выжил как-то очень легко. Так, где второй? Тихо, тихо, у меня так быстро не перемещается снайперский прицел, бляха. Да ты гонишь. Так, погоди-ка. Так вот, ой-ой-ой-ой-ой. Так, где второй? Ща умру нахрен. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Граната, граната мне не поможет. К сожалению. Тихо. Где он? Сука, не перезарядился. Блять, это не тот. Это не тот, это красный. Мне не нужен красный. Тихо. Вот он. Тихо, тихо, тихо. Охренеть. Ебать, ща выебут. Ща выебут. Давай, приходи в себя. Приходи в себя. Боец, блядь. Тихо, ебать. Ой, как-то это напряжно прям, я не могу. Жаль, больше нету. Да они не замедляются, алё. Так, а если гранаты? Гранаты на них действуют вообще? Блядь. О, действует. Слушай, давай мы ему отпиздим. Это все? Блядь, это было вообще немного. Это было совсем немного. В смысле? Я целое на это потратил. Тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, ебать. Так, тихо, надо вылить. Ой, пиздец какой, а. Да. One hour later. Ух, сука, умри. Умри хотя бы ты один. Сука, хотя бы ты один умри. Нет, 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 нет. Фу, нет, 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 живи, пожалуйста. В смысле ты еще? В смысле? В смысле, в смысле, в смысле? Охренеть, давай, давай. Фу. О. О, так, погоди, это минус один, да? Боюсь, это был не тот. В смысле? Ты нормальный? Бля, этот что, еще быстрее стал теперь? Да я пошел ты нахрен. Ты ебанулся, что ли? Слышь, дядя.
Давай, 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 ну ты заебешь. Костюм не может работать быстрее? Не может, блядь, быстрее работать, пожалуйста. Потому что он стал охренительно быстрый. Отруби ограничение, ограничители, отруби, Елена, быстро. Не просто так, это небезопасно. Да мне похую, Елена, бля, меня убивают. Елена. Отключай поживее, Елена. О, погоди, у меня ограничители какие-то включились. А, нихуя, я теперь долго могу хуярить. Улучшенный, а, улучшенный пулемет, это все окей. Охренеть, как долго теперь. Охренеть. Так, живи, живи, главное живи. Я не могу сейчас умереть. Вот сейчас точно нельзя умирать. Ну-ка, стой на месте, педрила. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Блядь, ты промазал, мужик. Так, ну-ка, упади еще раз. Упади еще раз, сука. Давай, хуярь его, хуярь, 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 хуярь. Давай! Ох, господи, как же это было тяжко, а? Охренеть. Не, ну это наверняка последний босс. Почти 100%. А что так темно? А, это красное, наверное, на меня светит. Убирайся оттуда. Мув, мув, мув. О, полная зарядка микроволнового излучателя завершена. Микроволновый излучатель готов к работе. Оп, хорошо. Еще лучше. И еще лучше. Сопротивляйся. Хорошо. Погнали, зарежем его. Или расстреляем. Ебать. Бам. Давай еще. Бам. Сука такая. Фух. Оба готовы. Не настоящий Уладимир! Это марионетка. Значит, это не конец. Должно быть, он управляет ими удаленно. Блять, это был даже не финал. Управлял ими обоими одновременно. Уладимир, а ты чего? Он их набил тактическими ядерными зарядами. Стильно. Было приятно с тобой познакомиться. Зайцев, твои бомбы столкнут колонию с орбиты. Ты же не настолько глуп, чтобы думать, что я позволю ей вернуться в руки американцев. А что-то подлагивать начало, нет? Проклятие. На твоем месте меня бы больше заботило твое местонахождение. Ты же все-таки на самом деле там. Лучше умереть, чем быть марионеткой. Елена, я уже в пути. Над тобой есть спасательные капсулы, залазь в одну из них. Так, ну туда-то я должен добраться, правильно? Значит, это будет 5-4. 9. Ух ты, ёб твою мать, сколько раз я сдох. Так. Настя болеет. Но не очень. Так. Это был не конец. Это будет 5-4. 5-4 и, скорее всего, 5-5. Но мы сегодня должны закончить с Ванквишем. Это что-то я ничего не делаю, честно говоря. А, он сам добрался. Серьезно? Вот так вот? Спасательной капсуле катапультируюсь. Буду ждать возле аварийного люка. Нехило. Йоу-йоу! Она еще же... Так, погоди, а если с орбиты сойдет станция в натуре, что мы можем сделать? Вряд ли что-то мы можем сделать, правильно? Там уже, скорее всего, просто капзда и все. Да что такое сегодня весь в шерсти? Сэм! Да хули, я вылетел, что ты орешь-то? Сэм! Сэм! Where are you? Где ты? О, нет. Сэм! Минус Сэм. Айоу, я в порядке, курю сигаретку в спасательной капсуле.
Или нет? Это конец? Кто-нибудь посчитал, сколько раз она сказала «Сэм»? Если кто-то посчитал, напишите в комменты. Не спеши меня хоронить. Сэм, ты живой? Ты ранен? Конечно, нет. А, это наш корабль такой вот, плоский, как Камбала. Нормально. Что, ногу сломала? Хотя как будто может и финал. Но мы не разобрались с Зайцевым. Зайцев, типа, был отведен на сиквел, который никогда не вышел, или что? Что? Сэм, мне жаль профессора. So и мне. You know, знаешь, I'm я не сильно отличаюсь от Бёрнса. Мы оба пожертвовали другими ради собственных идеалов. Но, Сэм, ты спас столько людей. Бля, ну это... Если это финал... Хотя, в принципе, игра сама по себе так себе. Если это финал, то ничего удивительного. Наверное. Шары ярости. Задание выполнено. Наше восхождение к власти завершено. Переходим к следующему этапу. Да, походу следующий этап это как раз то, чего мы никогда уже и не увидели, да? Женщина, когда мы оба молчим... Да, спасибо. Конец моего президентства. Не делай этого. Красота, да. Что это? Что? Я лечу. А, погоди, это конец. Гейм-дизайнер. Гейм-дизайнер. Где? Где он? Японцы. Где он? Да, слушайте, это оказался конец. О! Синди, это ты? Нет. Юсуки Кан. А ты кто? Нагата. Катакай. Слушай, ну это, конечно, забавно. Коичи Минами. Йошиомо Кюре. Тэцуя Самана. А это долго будет продолжаться? Я не хочу всех китайцев смотреть. А если китаец в меня врежется, что будет? Давай, ну китаец, врежься в меня. А, это японцы. Это японцы. А женщина неизвестная, если что. А, ну она же в меня не попала, в смысле.
Что будет после всего этого? Вот что мне интересно. Опять всякие женщины. Асами, Минами, Юсуко Сака. Так, хорошо, ладно, давайте я это все простреляю и посмотрим, что будет в конце. Ага, вот это ты, да? Это ты, или не ты? Да, это ты, блин, ты себя же засунул тоже в игру. Это было слишком долго, ребята, это было чересчур долго, я не... Все, это еще и пропустить нельзя. Короче, скорее всего, в конце в принципе ничего не будет, так что будем подводить итоги и прощаться, скорее всего, потому что, видимо, все. Что я могу сказать? Игра начала с фанфарами, классно, динамично, интересно, но ничем так и не удивила на протяжении всей игры после миссии 1-1. Типа, все, что было дальше, все было самоповторами, все было бесконечными перестрелками. Это скучно, это однообразно. Еще обиднее, что осознавать то, что эту игру сделал Синдзи Миками, легендарный Синдзи Миками, который приложил руку, точнее, не то, что приложил руку, он был отцом такой серии легендарной, как Resident Evil. И, конечно, это не его формат. То есть это было нехорошо. Честно говоря, я заскучал, много где заскучал. Потом в конце начался опять этот перегиб с уровнем сложности, когда тебя просто начинает обычный рядовой моб ваншотать. И типа, ну, неинтересно, неинтересно, скучно. Я, конечно, рад, что мы ее прошли все-таки, потому что я ее никогда не проходил. Но вероятность того, что я когда-нибудь вернусь к ней, крайне мала. То есть, что я могу сказать, ребятки? Это не та игра, которую я бы советовал проходить, поэтому если вы прошли ее вместе со мной на YouTube, как говорится, обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет интересно почитать. А так, я не думаю, что в конце будет еще что-нибудь, поэтому буду с вами прощаться. Спасибо большое, друзья, что досмотрели ролик до конца. Если вы посмотрели целиком все прохождение, как я уже говорил, обязательно напишите об этом в комментариях. Плейлист с Ванквишем в описании под видео, там же все остальные игры. Если ролик вам понравился, ставьте комментарии, пишите лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся совсем скоро в новом видео и в новом прохождении. Пока!